сегодня у нас третий заключительный день безумных дней. В этом году они проходят с 12 по 14 июля в 9 залах. 120 концертов в Екатеринбурге и плюс 4 концерта в Первоуральске, которые вот впервые как раз таки. Я счастлива, что я сегодня попала сюда на целый день. Для меня сегодняшний безумный день оказался счастливым днем, потому что мы посмотрели все 4 концерта с дочерью. Мы поучаствовали в вокальном мастер-классе. Сейчас вот через 10 минут побежим танцевать. Вот, латиноамериканские танцы. И, конечно же, будем участвовать в закрытии. Спасибо. Спасибо. Просто низкий поклон за организацию. Я никогда не знала, что этот фестиваль существует здесь, на Урале, в единственном месте в России. Мне очень понравилась публика. Здесь очень хорошие люди. Здание просто потрясающее.